Оба. Работает система. Ну что, поснимаем сегодня. У нас как раз рассвет. Вон даже звездочки какие-то мелькают. А, мусорка. Ну, как мусорка я снимаю. Ну надо же. Среда сегодня. Чуть-чуть повыше. Вот так, чтобы вам рассвет было видно. Пошли, банда. Это банда. Вы их знаете. Миша, Гриша. Давай, давай, услышал свое имя. Знает, что его Мишей зовут. А как же? Ладно. Идем. За бортом минус 8. Правда, ветра нету. Это хорошо, что ветра нет. Но обещали плюс 8. Сегодня у нас среда, завтра обещали. Днем. Это у нас сейчас, ну, начало 7-го, короче, как-то так. Так, немножко я поправлю свой капюшон, конечно, капюшон. У кукушонка капюшон. А почему? Да потому что холодно. Чтоб шею не задувало. Рыжий, давай. Что-то они бодрые какие сегодня. Ну куда? Ну кролик. Ну знаем, что кролик. Ну. А, а, а. Вы его не видите. Я его вижу. А он здесь все время сидит. Это, наверное, тот самый, который у Миши тогда попытался сожрать. Ну не сожрал. Не надеть ли мне варежку? Насчет варежки. Сейчас, а вы тут вот так вот застегнули воротник. А что-то у меня нос мерзнет. Какой-нибудь наносник придумать. Ну что, что? Озеро еще не замерзло. Странно, в этом году не убирают причал. Чего они думают-то? Не хотят убирать? Хм? Ну, вообще-то ему ничего не сделается. Бурь здесь не бывает, штормов. Обычно убирали. А в этом году, ну, сейчас уже никто не полезет. Уже лед возле берега. Так, а что я показываю? Надо собак показывать. Во, во. О, первый парень на деревне. Пойдем сюда. Да там кролики, ну. А рыжему не имется. Нет, туда не надо, не надо, ребята. Пойдем по деревне пройдемся. По холодной. Немножко ее согреем. Своим теплом. Миша, Гриша, да вы что все отстаете-то? Смотрит на озеро. Уплыть хотите? У вас лодки нету. Ну вот здесь. Здесь тоже фонарики возле каждого дома. В смысле, и на каждом доме. И так фонари есть. Не знаю, как для вас. Вообще светло сейчас уже. Так, хорошо. Нормально. Я сегодня долго спал. Я вчера накаркал себе. Хорошо бы до 4:30 поспать. Я сегодня без 15:04 проснулся. Вообще кайф. Валялся. В кровати почти до 4:30. Ну, ну, вот все время рыжий оглядывается. Как, знаете, вот гусиная стая, да? И там все едят, а гусь, главный гусь, оглядывается по сторонам. И вот рыжий все время оглядывается. Не знаю почему. Ждет подвоха, врагов ждет каких-то. Врагов. Ну, тут же сплошные пиндосы. Или как пендосы. Вот он ждет врагов. А враги не приходят. О, обидно-то, а? А Миша обожает вот по листве ходить так, хрум, хрум. Чё нашел? Мишка. О, видите, вот, вот идет. С удовольствием прям хрустит. Ну, похрусти немножко. Мишка, чё ты там грызешь? Ладно, пойдем. Его не видать, он черный. Черный, пошли, все. Листва закончилась. А что-то доктор шмыгает. Надо было еще жилетку пододеть. Вообще прохладно.
Вот мусор вынимают. Выносят, в смысле, его выкатывают. Три слова сказал. Все правильные. Да-да-да. Иногда здесь, ну я уже говорил, мексиканцы просто ездят. Смотрят, может, что интересненькое выкинули. Какой-нибудь телевизор. Или еще что-то. Миша решил пописать. Ну что ж, это дело хорошее. Пошел смотреть. Монин. Пойдем. Упс. Всегда поздороваются. Деревня, она есть деревня. Я думаю, в африканских деревнях тоже здороваются. Что-то они какие сегодня заведенные слегка. С утра заведенные собаки. Даже странно. Ну что, дальше пойдем? Пошли дальше. Мы сегодня кино снимаем. Миша. Машина идет. А, машина разворачивается. Пойдем, пойдем. Пойдем, мой хороший. Рыжий. Рыжий вечно где-то вот застревает. У него какие-то дела свои. Потому что это рыжий. А, хотел пописать. Он знает, что нельзя на бате писать. Я ему не разрешаю. Ну, Миша что-то нашел. Все, пойдем. Ну, у вас холодно. Как они не мерзнут? Вот удивительно. Сейчас, ладно, там 7-8, пускай 10 градусов минус. Вот, а прошлой зимой было вообще минус 20. Ну, почти 18 это. Да нифига им не делается. У Миши жир, у рыжего шерсть. Ну и нормально, тем более они бегают. Они ж пешком-то не ходят, они бегом. Ну что там под елкой? Пошли, все, занюхали. Уже все насквозь занюхали. Пойдем. Та-да-да-да-да. Пойдем, пойдем, да, сюда, налево. Больше туда к полицейскому не пойдем, ну его нафиг. Ну что ты, хулиганишь, да? А, хулиганит. Дурак. Совсем дурак. Как... Ну все, запутал лапу. Миша. Ой, господи. Выпутывай лапу-то. Ну вот, вот что это такое еще? Бандит. О-о-о-о-о. Хватит, все. Вот что с ним делается, а? Начинает скакать. Опять лапу запутал. Да что ты? Лапчатый. О, кусается. Кусается. А эту бумажку нашел. Ну выбрось бумажку, еще же. Выбрось. Какой? Бумажки какие-то. Я говорю, они сегодня возбуждены. Не знаю, в чем. А, наверное. Я долго спал. Ну, они заодно долго спали. Все мы сегодня выспались. Лафа. Вот. Опять лапу. Да что ты? О, коробка лежит, это знаете из-под чего? Траву. А, ну как это называется? Триминг. Не просто стричь, а в каких-то узеньких местах. Там, где газонокосилка не проходит. В уголке где-нибудь. Вот называется триминг. У меня тоже таких две. Одна от сети, самая первая купил. Вот. Ну там шнур, а вторая уже батарейная. Только батарейка сломалась. Я туда литиевый поставил, но пока налаживал, лето кончилось. Ладно, сделаем на то лето. Ну все, пошли. Хватит. Эй! Банда, нет, все, тебе варежку надену на правую руку. На левую-то не надо, она мне в кармане. А на правую надо надеть, у меня есть тут. Правая варежка в правом кармане. Да, мне одно время эта машина нравилась. Джип Патриот, по-моему, что ли. Такая симпатичненькая. Кажется, Патриот. Поправьте. Мы сейчас сзади посмотрим.
Нет, здесь просто джип. 4 на 4. Пойдем, пойдем. Фу. Ну так-то ничего, но вот это вот нос. Глаза у меня под очками. Я очки специально надеваю, чтобы глаза не мерзли. Ну заодно смотреть, что я снимаю. Снимаю я дорогу. Вот лежи, ну нельзя же, я тебе говорил. Все бочки отмечает. Киса и Оси были здесь. Мишка. Опа. Сюда, сюда. Они сегодня уже покакали. Это мы не первый раз гуляем. А второй. Здесь собаками пахнет. Я уже говорил, здесь 4 собаки. Но они спят сейчас. Че, опять будешь на камеру какать, что ли? Нет, просто повыгибаться. Надо же собак... А, все-таки сел. Ну, это лежи, че? Вы уже привыкли. Лежи любит на камеру покакать. Так. Мой мешок. Мой мешок. Так. Оп. Все собрали. Все чистенько. Нет, не все. Еще надо замечать, где они делают дело. Чтобы потом... Сейчас листьями удобно собирать, кстати. Не знаю, как-то раз сразу все собрал. Оно зашелестело и в мешке. Я уже не вырезаю эти моменты. Да черт бы с ним. Как сказала мне одна моя знакомая в 5 классе, что естественно, то не безобразно. Что-то я запомнил эту фразу. Уже не помню, по какому поводу. Девчонки вообще умнеют гораздо раньше пацанов. В 5 классе пацаны еще глюпенькие. А девчонки уже все знают. Все соображают. Вот сейчас подолгу-подолгу машины прогревают. Ну, холодно, потому что сидеть-то в ней. Правда, в большинстве сидений с подогревом. Слушайте, это знаете, как удобно? Садишься себе под попу, сковородку, ржак. Причем 2 варианта. Горячо и тепло. Отлично. Да, здесь машинки для людей. Чтобы удобно было человеку ехать. Потому что американцы большую часть жизни проводят в автомобилях. Миша! Мишка! Где твоя сберкнижка? А, там кошки живут. Да они уже тоже знают, где кто живет. Неужели? Столько раз ходили. Не сосчитать. От Земли до Луны мы точно прошли. С этими гуляниями. Вот тоже коронное место. Они здесь всегда нюхают. Надо же, упала у меня бумажка. Фу, бумажка, мешок. Пойдем. Варежка. С варежки все соскальзывает. Нюхает. Опять грызет что-то. Миша. Вот он все время все в рот тащит, да? Что это за собака? Вот там какая-то еще гавкает. Из дома. Ее не выпускают. Она летом с улицы гавкает. А сейчас, ну, холодно на улице. Чего? Это вообще ураган. Не представляю, как в России собаки в будках живут. Там же вообще колотун. Как-то живут. Мои не знают, что такое будка. Даже не слышали никогда этого слова. Ай, уже прохладно. А ничего, сейчас я пойду на трейдмил, там еще похожу в тепле. У нас тепло в подвале. Ну, там, где у меня оборудован этот спортзал. Там же хитр стоит. Летом там очень холодно, потому что
кондиционер проходит. Пошли, пошли. Вот, а зимой там хитр. Вообще жара. Согреюсь. Сегодня я не буду с хитром ничего докладывать. Посмотрю вот этот ролик. А, палку нашел. И бежит. О, Миша. Нельзя же, ты что? Хотел украсть палку, но это надо, это Миша. Такой Миша. Вот нюхает, что нюхает? О, потащил. Украл, потащил. Ну вот так. Что значит хозяин русский? У него собаки все крадут. Я с этой привычкой здесь завязал. Нельзя. А в армии меня, ох, как меня в армии приучили воровать. Там не воевать, там тоже на букву В, но воровать учат. В основном. И противника будет российская армия побеждать так, что своруют у нее все это, все пули, там снаряды и все. И победили. А как еще-то? Он сколько сразу. И такие, видите. Много разных ящичков для разных целей. Можно такое завести. Да в лом, у нас и так барахла сколько. Все равно оно в общую мусорку идет. Ага, рыжий что-то побежал. Наверное, тоже замерз. Рыжий, замерз. Ничего, сейчас чайку горяченького даст. Хулиган. Вот что он делает? А вот так вот раз-раз. И начинает скакать. Скакатель. Запутали все. Ну, пошли домой. Че? Пора домой уже идти. Сейчас ваши подарки выброшу. Ну, хватит, хватит. Ну, вот, ну, что с ним такое, а? Мишка. О. Вон чего. Пристает к бедному рыжему. Вот. Мишка не догоняет рыжего совершенно. Вот на площадку они ходили тут с Татьяной. Абсолютно. Рыжий как пуля. А этот как танк. Танк пулю никогда не догонит. Никогда не обращал внимания. Пока мы вишневую машину не купили. Вот, оказывается, их много. Вишневых-то. Да. Интересно, когда вот машину надо подкрасить, приходишь в магазин, они спрашивают, какого года, какая марка, потом на компьютере набирают и точно смешивают краску, какая нужна для этой машины, для этой марки, для этого года. Вот так, ну все, пока. До свидания.